Так, часто у наших клиентов возникает вопрос, как из левой двери можно сделать правую, либо из правой левую. Ну, во-первых, это можно сделать только на дверях без рисунков и без металлических рамок. Для начала, что мы делаем? Для начала снимаем вот этот уплотнитель на тех дверях, на которых он есть. Снимаем по резинку. Здесь достаточно ее снять на 5-7 сантиметров. Вытаскиваем ее с этой стороны, вытаскиваем ее с этой стороны. После этого снимаем нижнюю перемычку, которая фиксирует дверь. Гвоздики можно выдернуть потом пассатижами. После того, как выдернули перемычку, откручиваем перемычку с этой стороны. Также с другой стороны. Все, после этого мы можем ее снять, перемычку, переставить на эту сторону. Резиновый уплотнитель уже потом по месту просто снимается и устанавливается чуть повыше. Так, при установке желательно сохранить размеры, чтобы они у вас никуда не ушли. То есть здесь все подровнять, чтобы все было ровненько. Соответственно, от этого будет зависеть, как будет закрываться, открываться ваша дверь. Ну и все, фиксируется планка. Вначале проходим сверлом, чтобы не лопнула у нас коробка с одной, с другой стороны. Потом это фиксируется на саморезы. Перемычка устанавливается на эту сторону. То есть при желании для монтажа перемычку можно вообще устанавливать вот в таком положении. Когда дверь монтируется в проем, она полностью снимается. Соответственно, протягиваются резиновые уплотнители в установленной уже двери, они протягиваются на эту сторону. Устанавливается капельник, если это необходимо. Все, дверь была правая, стала левая.